Мы вместе учились, дружили и сейчас продолжаем общаться. Хотя видимся, конечно, не так уж часто. У каждого свой напряженный график, но я скучаю по ней. Поэтому сейчас с особой радостью объявляю на съемочной площадке Рената Литвинова. Ну что вы, я добрейшее существо. Если верно говорят, что про звезд публика любит исключительно мифы, то, возможно, нет в нашем кино более мифологического персонажа, чем Рената Литвинова. И уже непонятно, кто сделал из нее культ больше – падки на эксклюзив журналисты или она сама, кропотливо выстраивая образ женщины мечты, создавая из себя бренд и постоянно его поддерживая. Все ее киноработы так или иначе выливаются в длинный рассказ о Ренате Литвиновой. Будь она фея с волшебной палочкой, как в «Мелодии», «Мелодии для шарманки» в последнем фильме Киры Муратовой или «Инфернальная ведьма», как в новой рождественской сказке «Тайна волшебного кубка». Она не пытается быть как все, и поэтому кажется сумасшедшей. Но иногда в некоторых кадрах я просто в восторге от себя, в том смысле, насколько же я безумна там. И там я не сдерживаюсь. Вот я с вами сижу и сдерживаюсь изо всех сил, чтобы вас не шокировать. А там я нормально. Ничего, никак себя не ограничиваю. Время, когда сценаристка Рената Литвинова жила только литературным трудом, осталось в начале 90-х. Тогда она отказывалась сниматься. Позже скажет, что не хотела подчиняться режиссерам-диктаторам и писала воздушную прозу, густонаселенную женщинами на грани нервного срыва. Такие дамы за кадром не остаются. Литвинова впервые снимается у Киры Муратовой в «Увлечениях». Это начало их красивого киноромана. И примеряет гротесковую маску то ли дивы, то ли клоунессы. Кто-то говорит, что она тиражирует себя. Многие ее персонажи – существа полуфантастические. Медсестра Офелия в муратовских «Трех историях», аристократка у англичанина Гринуэя, смертельно больная содержантка у Балабанова. Кажется, что реальность по Литвиновой – это слишком предсказуемо. Мне не нравится играть в быт. Я не люблю роли, где нужно изображать, что такое затравленное существо. Мне этого и хватает и так в жизни. Я предпочитаю играть что-то такое, чем я не могу быть в жизни. То есть это гораздо интереснее. И даже умирать мне нравится на пленке. Я все время говорю, лучше я умру на пленке, а в жизни я еще поживу. Поэтому мне, конечно, не нравятся ни публицистические фильмы, ни бытовые, ни вот такие ползуче-житейские. И в этом смысле, конечно, сериалы тоже не являются моим любимым жанром. Мнимая беззащитность, декадентский профиль, угловатая пластика, заламывание рук, репутация дивы авторского кинематографа. Рената Литвинова, казалось бы, должна остаться персонажем маргинальным. Однако вот уже 10 лет, как она существует в ранге поп-иконы. Литвинова – любимый объект для пародирования в прайм-тайм. Ее стиль с придыханием разбирают по шляпкам и вуалеткам. Она проникла во все сферы публичной жизни – в кино, театр, на телевидение, в моду, музыку. Но когда покажется, что она уже не удивляет, феномен по имени Рената Литвинова тут же произведет что-нибудь заметное. Публично поссорится с Ксенией Собчак. Ренат, я надеюсь, вы эту маску одели не для того, чтобы не видеть меня. О, боже, я понимаю, это для того, чтобы мы все могли увидеть ваши роскошные глаза, Рената. Что-то не понимаю. Можно я не буду парировать на ваши эти? Ладно, давай. Сюда. Сыграет Раневскую на мхатовской сцене, снимет фильм-концерт о своей подруге Земфире или игровую сюрреалистическую драму со скромным названием «Богиня» и с собой в главной роли. Тишина на площадке! Начали! Женщина, девушка, сос, он хорош, ну помогите же мне, сос, женщина, идите же сюда, помогите мне, сос, женщина, ну идите, помогите мне. В каком-то смысле я же себя вношу, потому что используется какая-то моя фактура. И в данном случае я себя эксплуатирую как там оболочку свою, свое тело в качестве исполнителя некоторых ролей. И тем самым я, в общем, забираю себе часть энергии, которую я могла бы пустить там
на написание. Пока иные провокаторы утверждают, что быть Ренатой Литвиновой уже не модно, Рената Литвинова создает свою моду. Она с юности знает, что можно научиться быть красавицей. Черный цвет, шпильки и ностальгические духи «Красная Москва». В этом году она выпустила свою коллекцию одежды в ретро-стиле. Ей не раз вручали премии как самой стильной женщине страны, и в дизайнерской фантазии ей неведомы границы. А вот это платье сама я придумала. Это из моей коллекции. Платье из перьев петухов. Я все время принимаю участие, и в данном случае я здесь принимаю участие, конечно, максимальные. Вообще почти все костюмы, они такие частично разработаны соавторски. А вот этот костюм я вообще полностью сама придумала. А вот эти аксессуары прислала Шанель, они вообще их нет еще даже нигде. Вероятно, ключ к неиссякаемой популярности бренда Рената Литвинова в ее умении быть интересной и эстетом, и обывателем. Она может раздражать, но только не вызывать равнодушие. Она знает, как балансировать на грани народности и маргинальности. Ведь в фильмографии эксцентричной Литвиновой женщины-кентавры уживаются с народными героинями, стюардессами, милиционершами, официантками. Вот к ним добавилась и ведьма в платье из перьев петухов. Что ж, она не претендует на звание самой нормальной женщины в мире. Это было бы слишком неестественно. Ведьма по неволе. В любом облике пленительная Рената Литвинова у нас в гостях. Рената, здравствуй. Добрый вечер. Спасибо, что пришла ко мне. Но будем говорить о кино. Будем говорить о моде. Будем говорить о стиле. Будем говорить о тебе. Угу. Обо мне. Хорошо. Давай. Ну вот, как называется эта картина? Сейчас она называется «Волшебный кубок». До этого она называлась «Карантин». И, может быть, впоследствии она опять изменит название. Потому что все находятся в поисках счастливого названия. И чтобы это было не какое-то там замшелое или похожее на чье-то. А такое из сердца, что называется. Ну вот объясним нашим зрителям, что это фильм, который, съемки которого закончились буквально недавно, да? Вот они вот только что закончились, это были достаточно кровавые съемки, но там был совершенно фантастический павильон и совершенно замечательная история, и я получала именно на съемочной площадке большое удовольствие. Ты же много отказываешься, значит, тебя убедили. Я познакомилась с режиссером. Это была такая обворожительная девушка, высокая, модельной внешности. И... Но когда я прочитала все эти наработки, увидела уже смонтированные, снятые куски, а потом я увидела этот павильон, а потом я прочитала роль, и, кстати, я в нее, конечно, сильно вмешалась и дополнила своими искрометными монологами. Дописывала. Да, да. Это будет такая волшебная, очень жирная сказка, и причем когда-то давно она затевалась, и у нее же тогда была идея, что вот эту вот ведьму должна играть я. Я сначала же очень милая женщина. Ну вот сразу женщина. Объясняем. Ты играешь роль ведьмы. Да, я сначала очень добропорядочная пионер-вожатая, в очках, в таком... У меня даже есть муфточка в этих, в такой примерно шапочке, и беззащитная. Не одни меня эти, вот эти, которые котлованы роют, вот эти вот рабочие меня не слушаются. Я такая беззащитная, там мотаюсь среди вот этих неполадок пионерского лагеря. И получился так очень... Подожди, она образ. Правда ведьма? Да, и вот на этой просеке в нее в момент там зевка... Влетает дух злой ведьмы многовековой, которую когда-то спалили глупые, необразованные крестьяне, поддавшиеся языческим обрядам. И вот в результате она оказалась в моем теле. Она, кстати, рада, очень даже сразу покрывается фэшн-нарядами. Она... Говорят, там феноменальные костюмы. Да, между прочим, часть костюмов мои. Так вот вопрос. В моей коллекции. Принимала, да, участие я в создании? А вот вы знаете, Федор, я всегда принимаю, вмешиваюсь. Ну и хорошо, Рената, я тоже на «вы» с вами буду. Я всегда вмешиваюсь. Вот такой вот у меня Кира Георгиевна Муратова пару раз склонила. Я снималась, вот когда я играла водителя троллейбуса, вот там я была в горе, потому что меня одели в этот пуловер со стразами. Туфельки мне припасли из этих, с привоза. Это был ад. И еще было очень холодно, у меня был двойной слой колготок, вот такие были у меня ножища. И что же еще было? Еще сломана рука у меня была. По-настоящему. Так, а что, Рената, и не боялись вы ведьму-то играть?
Знаете, там, конечно, много мистического случилось. У нас там даже человек скончался вообще, конечно. Из группы? Есть, да. И под конец, уже где-то под второй месяц, я вот заходила в этот ангар, заходила в свой домик. Ну, вот этот вот... Рулот. Ну, где была моя гримерка отдельная. И мне казалось, что пока я не включала свет, там кто-то шевелится по углам. Все-таки есть какая-то сила. А когда я танцевала «Танец ведьмы», у нас взорвались все осветительные приборы ровно на 2 дня. Ну хорошо, вернемся к костюмам и вообще фэшну. А у вас же линия одежды вышла сейчас своя. Это было такое предложение. Я очень долго размышляла, скажу честно. Я видел вашу пресс-конференцию. Пресс-конференцию, она мне очень понравилась. Потому что вы говорили об интеллигентных девушках. Интеллигентные, чтобы обязательно работающие были. И ни в коем случае я себе не представляла какую-нибудь праздную домохозяйку или даже очень затурканную домохозяйку. Все равно этот человек должен быть с каким-то своим делом, который сам себе заработает вот эти деньги. Кстати, очень адекватные, потому что лично я сражаюсь за... Ну, сколько платье стоит? А, коктейльное? 3000 хорошее платье с каракулевым воротничком стоит. С каракулевым рублем? Да, с настоящим. 3000 рублей. Да. Это 100... Вот такая вот шапочка стоит... С копеечкой долларов. 600 рублей или 900 рублей. Но вы реально принимаете участие вот в этом? Здравствуйте, вообще? Я рисую... Ну мне скажи, Рената, отшиваю. Честно. Вот честное слово, честное, благородное. И почему я долго думала, я сказала, что я не смогу вот то, чтобы ваши дизайнеры подписывали моим именем, то, что они там придумывают, это неправильно. То есть я каждый, буду сама все делать. Да, каждое платье, пальто, платок, даже Хамдамов нарисовал мне эти... рисунки на платке. И они сделаны из натурального материала. И они подшиты все вручную. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Рената Литвинова. А, Ренат, а что еще из актерских работ было? Из актерских работ? Ну, честно сказать, я так сильно не злоупотребляю. Это не моя стезя. Нет, не могу такое ничего вспомнить. А что сейчас? Чтобы меня как-то пронзило. А что я сейчас была ваша стезя? Вот что, я вы вот сейчас... писали сценарий? Да, вот сейчас я хочу вот буквально через месяца полтора снять очень, очень скромную такую картину. Так вы хотите как режиссер? Да, как режиссер. Хочу там не сниматься, если так вот только мелькнуть. Это невозможно, нет, чтобы Литвинова не снимала в своем фильме? Честно сказать, это возможно, и я бы мечтала об этом. Правда? Да, да. Потому что есть... Ну, в общем, да, не буду я сниматься в этом фильме, я так вот мелькну, чисто для успокоения некоторых людей. А главные роли там... Но женская роль, знаете, главная. Да, там очень много женских ролей, там 3 главных и очень много побочных. Вот там просто он населен женскими ролями. И вообще этот сценарий очень давно мечтаю снять. Да, давно написали? Давно его написала и просто... О чем история, если не секрет? Ой... Она такая одновременно и мистическая, камерная, актерская. Ну, мне кажется, это такая история. Даже не знаю, я любви частично. Это надо рассказывать сюжет, а я, наверное, смолчу. А я знаю, вот вы забыли про один проект. Мы там, по-моему, с вами вместе появились. У Ромы Качанова. Но он меня, знаете, как уговорил? Я говорю, слушай, Ром, на один день, по комедии. Я в этом ничего не понимаю, в этих комедиях. Он говорит, я тебя умоляю, будет Ванька Охлобыстин, будет Рената. Я говорю, кто будет? Я говорю, Рената, а Рената будет или Рената снялась? Он говорит, Рената снялась. Я говорю, ага, хорошо, я еду. А, приехал на один день, мы с Ванечкой отлично провели время. И Гоша Куценко там снимался. Ну, это комедия. Отец Иоанна, а я у него все спрашивала. А как вы, я говорю, вот ты на каждую роль берешь отдельно? Разрешение. Благословение? А он мне говорит, я взял оптом. Он взял оптом. Так удобно. А ты знаешь, что он приехал с огромным рюкзаком? Я говорю, Ваня, ты приехал на один день, что у тебя там? Он говорит, ты не понимаешь, если я забыл, я же еду на поезде, поезд встал, мы в лесу, как я пасту свою через дремучие леса буду проводить? Он достал вот такой новый навигатор, который связан со спутниками, и в любой точке света показывает место, где он находится. Я говорю, Ваня, а зачем отец, отче, зачем вам навигатор? Он говорит, а паства... Забудется паства, как я буду выводить из лесов паству? Нет, ну может он готовится к концу света. Готовится. И не противоречит. А вы готовитесь? Ну вот внутренне. Главное, что к нему же нельзя приготовиться. Мне кажется, те, кто готовится, мне как раз кажется, что вот эти вот с мускулами и с деньгами, они как раз не спасутся. Хочу вам сказать, что все за все ответят. Это мы знаем. Да. 2012, в 2012 году заканчивается календарь мая. Ну вот,
А вот что вы думаете про это? Ведь это же на самом деле... Ой, Рената, я боюсь. Сколько там этих вот сведений? Я же как не встречу, вот, например, такая есть Таня Лютаева, она же все время рассказывает, как Таня она... Таня Лютаева училась тоже с нами в институте, да, на курсе Баталова. Я ее обожаю. И я ее обожаю, она моя большая подруга. Говорит про летающие тарелки. А юмор ее грандиозный. Два часа над нами висела летающая тарелка. Где? Где-то на каких-то съемках. Я ее встретила, она мне, короче, вместо того, чтобы мы с ней о чем-то по делу, а вот про летающую тарелку, вот это вот же прелестный человек. Я считаю, что вот она как раз спасется. Вот этот Безуменко, она, и, между прочим, и есть... Она очень хорошая комедийная актриса. Момент. Я вот люблю людей с какими-то... И некоторые называют это комедийным. Но у нее самоирония фантастическая. Некоторые это называют чуть-чуть психически, некоторые называют сумасшедшие. Ну, у вас-то как это называется? Ну, вот тоже же там... Вы любите в комедиях-то сниматься? Мне кажется, это такой редкий, такой спасительный дар, и не каждый может этим похвастаться. Есть же в основном так не... В основном все, кто себя считает комедийными, они же не смешные. Серьезные? Да. Они не смешные, на самом деле. Это такой величайший совершенно дар. Ну, а вы считаете, у вас есть комедийный, клоунский такой? Ну, мне трудно о себе судить. Если иногда есть... Моя мама, например, оскорбляется. Да? Даже одну женщину ударила в кинотеатре, которая смеялась. Но это был тогда дебют. Она ее стукнула какой-то папкой. Что-то. А что это было? Да смеялись она не на это, когда я ей вот монологи медсестры говорила. Она говорит, такие драматические монологи. И они все смеются, и она не выдержала и ударила женщину впереди. Ну, она стукнула ей этой штукой. Я говорю, мам, что ж ты так меня это позоришь-то? Нельзя же зрителей колотить. А вот эта рыжая официантка тоже была в Балабанова. Ой, такая страшная. Даже этот... Да, она потрясающая. Балабанов сказал, какой кошмар, и вышел из гримерки. А сами все придумали себе образ? Ну... Там я уже не контролировала. Вот когда вот такие вот идут народные образы, я уже как-то это... У меня опускаются руки, и я просто отдаюсь уже этим режиссерам, которые глумятся над внешностью. Ну, какие еще были народные образы? Ну, вот водитель трамвая, воровка с люриксом, вот с этим вот, с челкой. Мне же приставную челку сделали, какой-то хвост, как у Мадонны из одного тура. Вот эти вот стразы, сетка такая на руках. Вечно я... Пила, хохотала и бесперебойно. Я тебя никогда не увижу. Ой. Я тебя никогда не забуду. А я тебе налью. У нас была ночная съемка у Киры Георгиевны. Муратовой. Ночь, да, была уже, мы зашли уже чуть ли не к 2 часам ночи. А мне такая роль, что мне надо все время хохотать. Я сказала, что мне нужно настоящее шампанское, я больше не могу хохотать в сухую, что называется, с поломанной рукой. 2 часа ночи, 2 дня назад сделали операцию. И мне принесли шампанское, я уже хохотала искренне. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Рената Литвинова. Слушайте, ну вот в кино вы любые образы можете примерить на себя, а в жизни что вы не приемлете? А в современной моде? Ой, в современной моде. Да мне кажется, пускай... Вот мне унисекс очень не нравится. Да, мне да, нравятся девочки женственные, сексуальные, чтобы они в платьях коротеньких ходили или не коротеньких. Но при этом чтобы они в туфельках ходили. Жалуются на то, что вот к ним как-то относятся не так. А мне кажется, женщины эти сами на этом настояли, и вот что они получили в ответ. У меня вот, мне говорят, что для коллекции нужно все-таки Рената Муратовна и брюки выпустить. Я, конечно, это неохотно. А Ренат Муратов платьишки, да, выпускает? А я только платье, и юбки покороче. И чтобы поменьше было вот этих вот балахонистостей, чтобы было видно хотя бы... Фигуру. Какая-то фигура, чтобы ее обозначить. Потому что она не теряется вот в этих балахонах, в этих каких-то накладных плечах, в этих вот деталях. А вот просто ты смотришь на это, а хочется в лицо как-то... заглянуть. Мне кажется, это все-таки первично. Ну, а вот вас постоянно называют женщина-стиль. Вас это раздражает или как это все воспринимает? Или льстит вам? Ну, как-то трудно уже соответствовать. Надоело? В каком-то смысле. Я даже в честь надо ногти как-то покрасить. Я же крайне редко посещаю все эти места. Вообще такая... Какой-то есть несколько внутренний раскосяк в связи с тем, что... В принципе, получается, что
силу вот этих тенденций ты должен своей оболочке уделять больше внимания, чем то, что и находится внутри. И это неправильно. Мне кажется, если человек прочитает... Ренат, ну вы так в последнее время на виду. Книжки. Все журналы, обложки. Мне кажется, уже меньше. Да нет. Я же из телевизора ушла. А что вы из телевизора ушли? Из принципиальных соображений. Чего? Ну, как-то я считаю, что... Это меня, конечно... От меня убывает. Но мне как-то надо еще что-то еще поделать. Ну, как-то это отрывает от тех куски. Публичная жизнь не утомила вас? Ну, я так особенно и не шунтуюсь по публичным делам, честно скажу. Ну, вот прошлую зиму мы с вами везде встречались. Как только на Орле мы и встретились, и все. И то, потому что там Никита Сергеевич. Как уж тут не прийти. Вы свое выступление-то, возвращаясь к Орлу, помните? Ну, что... Да, вечно я вот как выйду и что-нибудь скажу. Я-то у меня просто вот так, я сделал. А это что, это было как-то... А я не знаю, какое последствие это было, какие-нибудь, как с вами поговорили, что-нибудь вам сказали, никто? Нет, Никита Сергеевич хохотал. Может, кто-нибудь перестал здороваться, авторы сериалов? А я не знаю, я же и до этого с ними не особенно общалась. Поэтому в каком-то смысле мне очень удобно, такая удобная репутация. Уже это, хуже не будут думать. А какая это репутация? Есть, ну, момент свободы, что уже репутация у меня аховая, очень удобно. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях божественная Рената Литвинова. Когда у нас с вами съемочный период «Любовь Офон» начинается? Ой, в ноябре. Ну, тут надо... Вот так заранее я не знаю, когда это будет. Робский в запуске. Как ты относишься к ее прозе? Я вот не читала ее прозу, но сценарий вот это достаточно крепкий. Потому Любовь что, Офон. Да, потому что читая вообще достаточно много сценариев, конечно, есть мало среди них вообще достойные вообще прочтения. Слушайте, ну, а вот вы жили на Рублевке, да? Ну, ходили в магазины. На Никулиной, ну, ходила, да. А общали салоны, ходили на Рублевке? Ну, были жительницы Рублевки. Я ходила вот в этот вот... Жизнь Рублевки. Спа, вот это, вот не как это, вот в этот, где тренируют. Но фитнес-клуб. Убивала же, я постоянно видела там вот эти вот физиономии. Какие? И ко мне прицеплялись эти женщины. Ну, вот. Не, вам никуда нельзя ходить в фитнесе. Да. Не, потом я перестала ходить. Это же все занятия у всех закончатся, потому что будут все смотреть на вас. Что там у нее такое? Ну, конечно. Ну, вот, короче говоря, магазин, там вот эти вот бабушки раньше были, потом мы их переселили, но на они рынке такие, у них такие беззапредельные цены. То есть это просто какой-то... Ну, я уже все подзабылась, потому что иногда, попадая на это шоссе, так вопрос там такой, вы чувствовали себя вот этой жительницей Рублевки? Да даже... А как это... Ну вот, собственно, нет. А что надо было? Нет, просто вопрос. А мне кажется... Вы сейчас где живете? В Москве. В городе? Да. А Ульяна? Тоже. Со мною, кстати. Несмотря на эти публикации, хочу заявить. Да бог с ним, слушайте, я да и не спрашиваю про... Ребенок живет со мною. При этом у меня прекрасные отношения с ее отцом. А говорят, Ульяна даже в кино поснималась. А, да. Ну, я это, кстати, просто выручила она. И я это пыталась... Весельчаки. Да, пыталась это... Просила это не подчеркивать. Ну, конечно, все обманули, и это подчеркивают в любых статьях. А потом она сыграла дочь Ингеборги. Она играет дочку Ингеборги. Да, и в каком смысле они даже похожи. Пока, конец связи. Собралась? Только я не знаю, что мне обуть. Новые или любимые? Не делай мне мозги! А Ингеборга, вообще я ее очень люблю. Она хорошая артистка. Такая светлая и личность, которая... А как отдали ты дочку? Не злословит. Кинематограф. Ой, та была, конечно, в этой... Не сопротивлялась. А потом она попала на съемки картины «Волшебный кубок», и она мне сказала, что я бы сыграла, конечно, эту роль с прищуром на других девочек. Там же очень много детских ролей. Да, так что, в принципе, может быть, наверное, надо подальше держать, потому что нельзя а туда как? Пристраивать. Будете держать, не будете, все равно. Мне кажется, сами пускай пристраиваются.
Но не через меня. Ну, еще что-нибудь про планы свои расскажите. Ну, вот самое главное. Ну, я уже понял, что сейчас много времени тратите на свою коллекцию, свой бренд. Да, вот. И вот на вот этот фильм, который... Взяли сценарий, который был написан давно, сейчас собираетесь его поставить как режиссер, сами играть не будете. Вот, и поэтому, в общем, лучше я сконцентрируюсь на... Вот этих в ноябре, даст Бог, состоится проект «Любовь Фуфон» по-русски, где будете сыграть замечательную главную роль. Что еще? Мне кажется, а время-то писать достаточно, новое. Да. Мне кажется, вот нужно как-то сохранить для себя какое-то пространство на любимых людей, на любимые занятия. Мне кажется, нельзя расписывать свою жизнь до конца. Широкий круг общения у вас? Или все-таки... Нет, вот я его хочу сузить до предела. Да? Очень узкий, скажу честно. Уж мне не дадут соврать. Это правда. Это хорошо. Угу. И вот всем советую. А мне постоянно, зная, что мы с вами общаемся и дружим, мне постоянно говорят, спрашивают, слушай, а вот ты учился с Ренатой, и вот она всегда была такой вот такой неповторимой, вот такой ни на кого не похожей. Ладно, они не говорят неповторимой, они говорят гораздо другие. Я не буду говорить, ну правильно, да. Говорят другие слова. Я говорю, слушайте, хотите верьте, хотите нет, вот я ее знаю, она как была такой. Да, что-то все спрашивают, так ли она говорит в жизни? Да, вот именно эти вопросы. Дома. А когда она придумала, вот ты же видел ее там в институте. А когда вот настал тот момент, когда она придумала этот образ? Придумали какие-то вещи, да, или где-то вот это какой-то маразм. Как это можно взять или у кого-нибудь научиться или придумать это? Ну, как-то это... Как-то люди склонны придумывать такие нехорошие истории. Ну, хорошо, Ренат, спасибо, что вы пришли ко мне. Я с нетерпением жду ноября, когда, еще раз повторю, даст Бог, у нас все случится с проектом «Любовь Афон Поровский», и мы встретимся с вами на одной площадке. Спасибо. Все.